отметили здесь и мои земляки. Ричард Львиное Сердце, Ричард III, король Англии, плыл на собственную свадьбу в Иерусалим. Был штурм, и он пришвартовался здесь, на Кипре. Но ему не понравилось, как встретили его с невестой. Он взял и завоевал Кипр. Англичане такие. Эту историю, кстати, еще помнят неприступные стены Лимассольской крепости. Древняя старушка, которой по паспорту больше 10 веков, хранит остатки прежней жизни, но выглядит вполне моложаво. Говорят, с этого замка начинался древний Лимассол. И именно здесь состоялось одно из самых романтических событий Средневековья. Да-да, Ричард Львиное Сердце, сегодня в его роли я, устроил в этом замке что-то вроде ЗАГСа. Уважаемые жених и невеста, дорогие гости, сегодня, 12 мая 1191 года, регистрируется в браке Ричард Генрихович Львиное Сердце и Беренгария Наварская. Прошу вас подтвердить, является ли ваше желание единым и добровольным. Прошу ответить вас, Беренгария. Да. Прошу ответить вас, Ричард. Пока. Джон,